Пограничные службы Китая будут проверять приезжающих в страну на наличие вируса оспы обезьян. Эта мера вводится сроком на полгода. В случае обнаружения симптомов инфекции, например, температуры или головной боли, прибывшие должны будут сдать соответствующий анализ. Кроме того, товары, поступающие в КНР из стран, где выявили случаи заболевания оспой обезьян, тоже будут проверять. И дальше при необходимости контейнеры отправят на санитарную обработку. Ранее вспышку инфекции обнаружили в Швеции, Пакистане и Испании. В последней стране зафиксировано наибольшее число зараженных по сравнению с другими государствами в Европе. По данным Минздрава Испании, там выявлено 264 случая заболевания вирусом. Напомню, эпицентр оспы обезьян – Демократическая Республика Конго, где уже больше 15 тысяч заболевших. С начала года больше 460 из них скончались.